Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, в эти рождественские дни мы радуемся, веселимся, радуемся того, что в мир пришел Спаситель. Пришел не почему-то, не по какому-то своему плану, не в рамках своей программы собственной, но пришел для того, чтобы спасти всех нас. Он пришел не просто глобально, для того, чтобы помочь человеку вытащить все человечество из бездны греха. Пришел не для того, чтобы спасти тех людей, которые были его современниками. Он пришел ради каждого из нас. И каждого из нас он хочет вытащить, спасти, омыть и обновить. А потому это праздник радости, праздник духовного торжества. Человечество почувствовало, что оно не одиноко, что Бог с нами, и Бог пришел на землю ради нас. И вот в этот праздничный день мы отмечаем также событие, которое, с одной стороны, является торжеством, с другой стороны, переживанием смерти ученика Христова. Сегодня праздник апостола, первомученика архидиакона Стефана. Архидиакон Стефан был одним из тех диаконов, которых избрали для служения при столах в первохристианской общине. И он продолжал нести миссии учеников Христовых, проповедовал о Боге, о Христе, о том, что в нем только следует искать истины, в нем заключается жизнь. Но он, увы, был отвергнут своим народом. Лишь небольшое количество людей остались верными Христу, поверили в то, что Христос и есть Мессия. Остальные же люди проповеди Спасителя не приняли. Побуждаемые книжниками, побуждаемые фарисеями, соплеменники и современники Христа отвергли и Спасителя, отвергли и архидиакона Стефана. Нам кажется, что здесь есть некий диссонанс. Ведь Рождество – это праздник радости, праздник веселья. Мы все наряжаем елочки, поздравляем друг друга. И, кажется, мученичество архидиакона Стефана, божественного Стефана, становится неким диссонансом к этому торжеству. Но нет. Праздник Рождества Христова – это, конечно, праздник радости. Но праздник, в глубине которого заключено и понимание того, что Христос пришел не для того, чтобы Ему послужили, а для того, чтобы послужить всем и отдать свою жизнь за избавление человечества от греха, проклятия и смерти. Именно так изображают евангелисты рождение Мессии. Если евангелист Лука говорит больше о всемирном значении подвига Христа, если евангелист Лука в большей степени говорит о всемирном значении рождения Мессии, то евангелист Матфей упоминает и о том, что Мессия с самого начала, не только в конце своей земной жизни, не только перед судом Пилата, не только на суде Синедриона, но в самом начале был гонимым Мессией. Он был не принят ни властями, мы помним, как царь Ирод покушался на его жизнь, не был принят и многими другими, и с самого начала он становится изгнанником в своей стране.
и не только в своей стране. Его уносят в Египет для того, чтобы до времени он так мог, там мог пребывать в безопасности. Мы сегодня радуемся празднику Рождества Христова, но должны помнить и о том, что у каждого из нас есть своя миссия в жизни. Особенно в советское время люди, которые верили в Бога, не находили понимания. Над ними смеялись, над ними издевались, их считали за каких-то маргиналов или изгоев. Но в жизни все повторяется. И Христос предупредил нас об этом. Все желающие благочестно жить, гонимы будут. Поэтому, дорогие братья и сестры, как Христос не смотрел на то, как воспринимают Его миссию, Его современники, Он пришел для того, чтобы послужить и исполнить свою спасительную миссию. И у каждого из нас есть свой путь, своя миссия, свое служение. И мы должны нести ее, нести свой крест, невзирая на то, как к нам относятся и как относятся к нашей миссии, окружающие нас, насмешки и прочие вещи. Все это уже было в истории христианства. Будем же, радуясь о рождении Христа Спасителя, будем помнить и о том, что у каждого из нас есть своя миссия. И не просто та миссия, которую мы сами себе выдумали, но миссия, которую дал нам и дает всем нам Господь. Какую же миссию Господь дает нам? Кто-то несет пастырское служение, кто-то несет служение певца, кто-то является хорошим управителем, кто-то хорошей матерью, кто-то занимается тем, что кормит нас хлебом и так далее. Самое главное, чтобы мы воспринимали эту свою миссию как задание, данное нам Богом. Будем же нести свою миссию, будем же нести свое служение так, как нес свое служение апостол и архидиакон, божественный Стефан. И пусть Господь благословит нас своим божественным благословением. Господь, родившийся ради нас и ради нашего спасения.